Это актер Джед Аллен. Он играет роль Сиси Кэпфелла. Никуда ты не пойдешь. Только не надо мне указывать. Я прошу тебя ничего не говорить Кэпфеллам Локриджам еще один день. Лайонел Локридж мой отец. Ты будешь ему мстить? Ты не делай так, ладно? Сделай нормально все. Зачем спешить? Не хочу, чтобы кто-то пострадал. Слушай, Эми, я хочу с этим разобраться, понятно? Прошу, не мешай, блин. Брик, плиз, вернись. Круз, кто там спрятался? Привет. Привет. Что это у тебя? А, это продукты питания, моя дорогая, для тебя. Как мило, заходи. Полиция теперь занимается доставкой? А еще как. И знаешь, что мне нужно? Тут трудно ошибиться, тебе ведь нужно все. Мне приснился кошмар, это основное блюдо. Увидел я, значит, твой пустой холодильник и решил его заполнить немножко. Просто прелесть. И сколько стоит твое особое обслуживание? Да ровным счетом ничего, мы же договорились о завтраке. Окей. Твой поступок и вправду очень хороший. Давненько меня так не баловали. Ты этого заслуживаешь. Да и я тоже. Вчера я долго думал о нас. А и что же? А то, что у нас много общего. Наконец-то дошло. Да, мы полюбили Кэпфеллов, которые нас как бы немножко так. Можно организовать клуб. Прекрасная мысль. Закажем специальные футболки и будем их носить под одеждой. Глядишь, так и полегчает. Мне полегчало. Через 6 лет. Знаешь что? Я вот что-нибудь сделаю сейчас покушать, да? Быстрая реакция. Вот так. По ебалу получил и за это заплатил. И нахрена на финансиста учился, хочется сказать. Ну нахрена, у тебя же возможности, ёпта, бля. Пиздец. Да. Куда ты? К твоему отцу? Если не против, сначала я. Но я первая пришла, подождешь? Не будем устраивать бои без правил. Я иду к папе и хочу быть с ним наедине. Кем ты себя возомнила, бля? Я его жена, а ты и твой муженек здесь лишь гости. О! Дэдди? Что такое? Не знаю, там Иден. Нельзя ли потише? Там Иден, не знаю, что случилось. Иден! В чем дело, Иден? Иден! Иден, открывай двери, блин! Открывай дверь! Иден! Прости меня, ни разу тебя таким не видела. А я таким и не был. Столько злости. Будто тебя совсем не знаю. Сори, бэби. Как заварилась эта вся херня, думаю, исключительно себе я. Я не хотел тебя пугать. Но испугал. Сори, сори. Я не хотел срываться на тебя. Думаешь, и зачем я за него вышла? Я никогда так не буду думать. А стоит. У меня ни работы, ни денег. Ты содержишь нас с ребенком, а я тут ёбну. И всему виной вот. Что, газете? Читай. Коллекция Лайнела Локриджа. Сегодня открывается его выставка, и что? Дело не в выставке. Просто я решился, нет сил больше ждать, что так и подстегивает меня что-то.
Расскажешь сегодня в музее? Да, сегодня. Неземные женщины, превосходная коллекция, бать. Мой художественный критик напишет отзыв. Да, кто же он? Ну, кто занят в редакции меньше остальных. Если он специализируется на бейсболе, с удовольствием прочту. Отличная коллекция. Thank you, да, к выбору полотен не придраться. Никто не скажет, что у них нет общей темы. Это уж точно мой мальчик. Я и не знал, что у тебя столько дам. Собирать их, наверное, было увлекательно. Да, путешествовать было увлекательно. Азия, Европа, Африка. Объездил весь мир. Когда-нибудь все станет твоим, это. О, если только ты не рассердишь и не лишишь меня наследства. Тогда хоть, блин, ты ли это, а чё ты? А что это что? А это, как говорят французы, это жемчужина коллекции. Бать, им срочно надо подтянуть французский, можно? Не-не-не, нельзя, пока рано. Ведь еще не прибыл почтенный гость. Ты совсем меня запутал? Я не знаю, кто этот гость, блин. Скоро узнаешь, мой бой, да, скоро узнаешь. Да София там, ёпта, на полотне. Я, ну, по логике, ёпта, бля. В чем дело? Что тут? Прости. Как она здесь оказалась? Где опять эта сиделка? Она внизу. Слушай, Кёрк, пожалуйста, сходи. Кислородная маска снята, но она в норме, да. Судя по всему, это очередное покушение. Подушка не сама упала на пол. Мейсон, он дышит самостоятельно? Что? Как такое возможно? Он обходится без аппаратов? Похоже на то. Тогда произошло чудо. Но все равно систему охраны нужно радикально изменить. Невероятно. Мэри, может, стоит немедленно вызвать сюда врача? Да, сейчас ничего не понимаю, пульс ровный, ритмичный, ничего плохого нету. Где сиделка? Она точно дышит нормально? Да, точно. Мог он это сам сделать? Вряд ли, но... Что здесь случилось? Раньше ее не было на полу. Надо позвонить врачу. Уже позвонила, снизу мистер Крэнстон объяснил, что произошло. А происходит здесь что-то весьма странное. Мейсон, когда я вошла, все уже было так. О, ему стало лучше. Знаешь, здесь впервые за долгое время что-то приготовили. А как же ты жила? Ну, доставка еды, готовить только для себя мне не в радость. Да, я успел заметить, что у тебя пусто тут, блин. Знаешь, твоя вчерашняя лекция заставила меня задуматься. И знаешь, какой результат? Я решила собраться и вернуть жизнь в свое русло. С Брэндоном. Если выйдет. Или без. Если придется. Отлично. Последнее время я совсем забросила работу. Но сегодня я собрала образцы своих лучших работ. Отнесу их перспективным клиентам. Пусть знает, что я снова в деле. Мое мнение, ты их поразишь. Сэнкс? Какой ты милый. Да просто я прав. Слушай, сегодня я обеду с Джули, мне нужен юридический совет. Как вернуть Брэндона? Присоединишься? Ну да, было бы здорово услышать ее мнение. Эй, я рад, ёпта. Что ты вернулась, теперь давай крути педали, дадут медаль, ёпта, бля. Нет, ни за что. За тебя? Ты обещал, что мы поговорим. Садись. Что будешь делать? Скажешь Лайнелу, что ты его сынишка? А также всем Локриджам? Ты подумал, как это перевернет их жизнь, включая Уоррена? Уоррена? Он встал на сторону матери, когда она обвинила тебя. Вы не закадычные друзья. А узнает, что ты его брат, дружелюбие может вообще меньше стать. И что? Люди узнают, что ты сын Лайнела, и решат, что тебя интересуют его деньги. О, Эми. Врагов у тебя, возможно, только прибавится. Ты слышал меня? Я думаю.
О чем же? Обо всем. Сейчас все видится мне иначе. Лайонел, Минкс, Софи, Уоррен, Си-Си. Я смотрю на них другими глазами. Не волнуйся, никаких глупостей, но я пойду на выставку, он ведь там будет. Как тебя отговорить? При твоем характере? Не беспокойся. Легко тебе сказать. Кто косо посмотрит, тот и ляпнет что-то, бля. И как ты отреагируешь? Так пошли? Нет. И я тебе не советую тоже идти. I love you. До скорого. See you later. Это до скорого. Хорошо. О! И это как его? Виновница торжества прибыла, бля. Софи, рад, что ты приперлась сюда. Thank you. Я тоже рада, что ты мне тут так. Ну, сюда вот. Для тебя у меня припасен особый сюрприз. Неужели? Да. Нет. Лучше скажи, что это такое? Да нет, через несколько минут сама все увидишь, блин. Извините, мистер Локридж, вам звонят. Можете поговорить в моем кабинете? Спасибо, я сейчас. Привет, Уоррен. Софи. Знаю, что ты, наверное, думаешь. Софи. Ничего не говори. Отец сейчас одинок, и вот ты здесь. Как его друг? Только и всего. София, осмотрись. Видно же, отец любит женщин, и не как друзей. Уоррен, мы с ним просто друзья, и это уже никогда не изменится. Он дышит нормально? Может, лучше маску надеть? Он справляется без нее. Думаю, система жизнеобеспечения ему больше не нужна. Неужели? Ну, конечно, это должны подтвердить врачи. По-твоему, он пошел на поправку? Так мне кажется. Кажется или на самом деле? Две большие разницы. Думаю, не стоит пока всех обнадеживать. Я подойду. Да. Кто говорит? Привет. Да, подождите, сейчас позову. Это тебя из больницы. О, отлично. Hello? Да? Вот как? Спасибо, что сообщили. Что? Что они сказали? Джина, нужно собрать семейный совет. Пойдем позовем остальных. Сейчас? Да, прямо сейчас. Может, я останусь с Си-Си? Нет, с ним побудет мисс Лоуман. Идем, Джина. Мейсон, надо обсудить состояние вашего отца. Идем с нами, Кейден. А в чем дело? Объясню, когда все соберутся. Мне не нравится, как это звучит. Нет, ничего страшного. Просто вам нужно принять решение и... Идем, Кейден, там поговорим. Только бы он поправился. Больше ни о чем не прошу. Что ты шепчешь? Так мысли вслух. Надеюсь, что папа поправится. Я тоже на это надеюсь. Мы с Мейсоном и Джиной нужно кое-что решить. Проходите. В чем дело? По результатам осмотра улучшилась мозговая активность. Все улучшилось. Я считаю, что теперь он сможет дышать без помощи аппаратов. Замечательно. Несомненно, но что мы должны решать? Только что звонили из больницы. Один его врач в отъезде, другой занят. Ему нужен срочный осмотр. Не страшно, я позвоню. Кого-нибудь пришлют. Это займет какое-то время, Мейсон. Но его можно существенно сэкономить. Марк Маккормик сейчас ждет меня внизу. Если хотите, я попрошу его смотреть, Си-Си. Конечно, проси. Маккормик? Нет, только не он. Абсолютно нет. Здесь нужен специалист. Не говори глупостей. Мэри, пожалуйста, попроси его провести осмотр папы. Отлично. Я запрещаю. Не хочу подпускать этого человека к отцу. Мэри, иди. Чего ты на него взъелся? Врач есть врач. Не всегда. Я его получше знаю, Иден.
Сомневаюсь, как обычно, ты позволяешь личным чувствам взять верх над объективностью. Бесполезный спор. Я не предлагаю Марку стать лечащим врачом папы, но если он может немедленно провести осмотр, почему же нет? Повторяю, я ему не доверяю. Мэри доверяет, она медсестра. Заткни ебало, Джина. Не смей мне хамить. Действительно, глупость. Раз Иден и Мэри согласны на его помощь, в чем проблема? Тебе любая прихоть Иден не беда, да, Кёрк? Мэйсон, перестань, не спорь хотя бы сейчас. Скорее всего, папа будет жить, и он поправится и выздоровеет. Надо сообщить Теду и Келли. Может, им позвонить? Конечно. Подожду в комнате Батона. Глаз не спущу с Маккормика. Я тоже. Мы сейчас придем. Урайт, я попробую, спасибо. Келли не в своей квартире, позвоню Нику. Кёрк, не могу поверить. Папа будет жить. Он поправится. И все будет как раньше. Дорогая, ты взволнована, постарайся не обольщаться. Подожди, пока Марк Маккормик не закончит осмотр. Нет, Кёрк, это чудесная новость. Он поправится и вернется к нам. Сколько же надо сделать? Иден, не спеши. Из медперсонала его осматривала только Мэри, но она не врач. Если Марк подтвердит слова Мэри, значит, все так и будет. Кёрк, я уверена, он выкарабкается. Позвони Теду, а я пока переоденусь. Ладно. Я передам отцу ваше мнение о коллекции. Благодарю. Брик, вот уж кого не ждал. Увлекаешься искусством? Нет, я занимаюсь только растратой. Но я прошу прощения, не вини меня, против тебя было столько улик. Забудем с твоего согласия. Конечно, будто ничего и не было, бля. Ты был прав, но я так и не понял, почему мать жаждала тебя подставить. Я тоже не понимаю ни твою мать, ни бабушку, ни вообще семейство Локриджей. Мне правда жаль, что так вышло. А? Все это принадлежит твоему отцу, да? Да, он собирал их много лет. Папе по душе безупречные вещи. Странно, сам-то он как-то далек от идеала. Лучше не начинай, Брик. Можно вопрос? Да, конечно. Что твой отец почувствовал, узнав, что Ченнин Кэпвелл его сынок? Какая разница? Ну, не каждый же день выясняется, что у тебя есть сын, о котором ты и не знал, блин. Как человек такое воспринимает? Ну, к тому моменту Ченнинга уже не стало. Но что он чувствовал? Ну, не знаю, растерянность, грусть, что у них с Ченнингом нет возможности узнать друг друга. Папа очень привязался к сыну Ченнинга Брэндону. Они не разлей вода, семья для папы главная. Даже ее побочные ветви? На что намекаешь? Ну надо же, кто пришел. Я не напрашивался, меня позвала Мэри против моей воли. Можешь идти, Марк, мы все равно тебе заплатим. Дело вовсе не в этом. Мейсон, я попросила Марка, потому что твой отец на моем попечении, ему нужен срочный осмотр. Да, Мейсон, не капризничай. Ладно, но я все равно против. Ясно. Итак, сообщите результат, когда закончите. Обязательно. Джина, были ли изменения? Я не заметила. Здравствуйте, доктор Маккормик. Миссис Кэпвелл. Утром здесь свершилось настоящее чудо. Может, соорудить здесь алтарь? Такое не часто происходит. Да, вот так вот. Сначала надо пролезть... Ну, Джина, хватит тебе говорить много, блин. Наверное, да.
Скоро все узнают. Что с ним, доктор? По всем признакам, он поправляется. Тогда и вправду чудо. Что ж, он сможет говорить и ходить, как раньше. Не будет ли серьезных нарушений, потери памяти? Миссис Кэпвелл, состояние вашего мужа улучшилось, но не слишком обнадеживайтесь. Возможно, это все. Правда? Возможно, это лишь временное улучшение. У вас были случаи, когда улучшения проходили? Боюсь, что так. Прошу прощения, мне нужно приступить к осмотру. Конечно. Я постою здесь, если можно. Я не буду мешать, посмотрю. И помолюсь. Не понимаю, почему полиция не может его выставить? Перед комнатой круглосуточную охрану поставить? На его жизнь было совершено покушение, блин. Разумеется, мы можем себе позволить охрану, блин. Только я, видимо, зря считал, что попытка Мочилова – это дело полиции. Хорошо, блин. Ну и как он? Подробностей не знаю, Марк еще не закончил, но Мэри выглянула и намекнула, что дела идут на лад. Кёрк, это чудо, не могу дождаться, чтобы рассказать всем начальникам отделов, они и не думали, что он пойдет на поправку. Иден, мне кажется, лучше притормозить, ты выдаешь желаемое за действительное. В смысле? Мэри сказала это точно, Кёрк, он будет жить, он поправится. Да, это потрясающе. Это замечательно. А когда поправится, что он скажет о нашем браке? Мне кажется, он поймет, что ты очень хороший муж. Так и есть. Я о том, что ты сделал для меня. И, конечно же, на благо нашей компании. Иначе быть не может. Все, мне пора. У меня сотни дел, увидимся позже, окей? Хорошо. Идешь праздновать, Иден? Праздновать что? Что батя в себя придет и тебя нахрен пошлет? А вдруг нет? Собирай-ка вещички, курва Джина, бля. Тебе здесь уже никому не нужна, пошла нахрен, дура. Похоже, тебе есть что терять, если Сиси очнется. А как и другим, Кёрк, включая тебя. Вряд ли Сиси обрадуется вашему браку с Иден. Вот очнется и уговорит его расторгнуть. Он волнуется над своей девочкой. А ее ты уже успел узнать. Папина дочка. Тебе не удастся меня задеть, Джина. У нас крепкий брак. И никто не сможет уговорить Иден, даже ее отец. Ты еще не знаешь Сиси Кэпвелла. А, Джина, нам надо на минутку отключиться, а Сиси побудет с мисс Ломан, хорошо. Ну вот, блядь, сумка осталась здесь, ну кто же знал, что она будет тут что-то... Сейчас какую-нибудь, блядь, херню возьмет опять. Спиздит у Маккормик. Если тебе удастся убедительно ее дискредитировать, доказать пагубное влияние, судья признает ее плохой мамашей, бля. Ну как это сделает? Ну, поможет частный детектив, уйма денег и терпения. Нужны веские доказательства. Мы с Крузом это часто обсуждаем. Он меня так поддерживает. Вас многое связывает, да? С детства дружите и все такое. Мы всегда близки очень. Ты стала какая-то другая. Неужели, как это? Ну да, ну... Спокойней. Уверенней. Я бы сказал, счастливей. Ну да, ты права. Снова оказаться без Брэндона было мукой. Но в остальных жизненных аспектах все заебись у меня. Хватит ходить вокруг да около.
А у вас с Крузом что-то есть, да? Hello. Круз. Наверх? Да, деловой обед. У меня тоже. Там обедают лучшие люди. Да, наверное. Чудно выглядишь, Иден. Сэнкс. Ого, сейчас начнется опять. Ты всегда что-то роняешь, когда нервничаешь. Правда? О, мистер Кэпфелл, Си-Си, вы поправляетесь, и это wonderful. Я каждый день молилась об этом. Заботясь о вас, я смогла хорошо вас узнать. У вас необычная воля к жизни. Иногда рядом с вами я чувствую вашу силу, как вы боретесь за жизнь. Надеюсь, вы чувствуете нашу любовь. Ведь все мы боремся вместе с вами. О вас ходят легенды, мистер Кэпфелл. Вы не знали об этом? У каждого в городке найдется история о Сиси Кэпфелле. Не все они хорошие. Ваш сын Мейсон во многом похож на вас. Он не идеал. А кто идеален? Мейсон способен на аморальные поступки. Наверное, он просто пытается найти свое место в жизни. Уйти от авторитета своего отца. Так говорят. Слухи, нельзя их слушать. У меня сложилось о вас свое мнение. Я полюбила вашего сынка. Думаю, часть этой любви передалась и вам. Сейчас в моей жизни другой мужик. Он не такой, как Мейсон. Он очень добрый, надежный. Правда, у него нет обаяния Мейсона. Его чувство юмора, жизнелюбие. Но он хороший человек. Мак-Мак-Мо-Кормик, мы с ним давно знакомы. Я ему нравлюсь. Но он не Мейсон. А я больше тащусь от Мейсона, понимаете, о чем? У меня в душе сейчас творится такое. А поделиться не с кем, кроме... Боритесь, Сиси. Я хочу познакомиться с вами. Понять, похожи ли вы на своего замечательного сынка. Ориент Экспресс. Извините, пойду покажу Крузу, где мы сидим. А? О, пха, привет, милая. Да. Я Круз уже нашла нам столик. И Джулия уже пришла. Она вон там. Здорово, мне... Я буду через... Секундочку, да.
Приятно тебя видеть, Иден. Меня тоже. Выглядит неплохо. Слушай, хотел сказать, до меня дошла информация, что твой муж участвовал в пьяной потасовке. Он не пострадал? Он в порядке. Понятно. А что произошло? Это сложно объяснить. Знаешь, есть ведь и добрые вести. Отец пошел на поправку. Он дышит без аппаратов. И давно? С утра. Надо же, это просто супер! Класс! Он войдет в прежнюю форму, я знаю. Без сомнений. Лучшая новость за последнее время. Я знала, что ты поймешь. Не стоит тебя задерживать. Да. Что ж. Ну да. О, сорян, дамы, что заставил ждать. О, без проблем. Определились? Я еще даже не раскрывала меню. Тогда давайте скорее решать. Мы еще не, как бы хотелось бы с красотками такими, как вы, покушать, ёпта, бля, пообедать с вами, ёпта, бля. Врач подтвердил, что он поправляется, жизненные показатели в норме. Думаю, он на пути к полному выздоровлению в ближайшее время. Удивительная новость, Иден. Да, превосходная. Его должны осмотреть специалисты. Разумеется, но думаю, они подтвердят слова доктора Маккормика. Впервые моя сестра права, господа. Нет сомнений, что отец поправляется. И когда он очнется, мне хотелось бы, чтобы вы поведали ему, сколь отвратительно моя сестра заправляла делами в его отсутствие. Вышла за человека, пытавшего захватить власть. Лучше устроить им достойные проводы, блин. С надписью «Молодожены» с консервными банками, бля. Мейсон, заткни ебало. Для тех из вас, у кого короткая память, могу назвать главу и стих из книги «Записи ошибок, допущенных моей сестрой», бля. Если честно, я даже не Слушай, Локли же могли воспользоваться же этим. Но еще не вечер. Это случится, если она и дальше будет главой компании. Что скажете, господа? Из всех картин, это моя любимая. Видите ли, я хранил ее много лет, ждал возможности сделать ее украшением подобной выставки. Время пришло. Этот портрет кисти флорентийского художника нашего времени. Он написан лет 25 назад, но натурщица ни на день не постарела. Возможно, сейчас она выглядит даже лучше, чем тогда. Итак, леди и джентльмены. О, невероятно! Потрясающе! О-о-о-о-о. Довольно? Я... Не знаю, что и сказать. Зачем ты только хранил его? Думал, что, да? Все эти годы портрет пролежал на чердаке под грудой одеял. Что скажешь, Уоррен? Картина прекрасна, бать. Я польщена. По-моему, у Сандастини была прекрасная натурщица. Уоррен? Он не хочет видеть нас вместе. Эми, зачем пришла? Полюбоваться живописью. Пожалуйста, уйди, я сам справлюсь. Каким же образом? Унижать его прилюдно не буду, просто поговорю. Лайнел. О, здравствуй, Брик, я тебя не заметил, привет. Здравствуй, Брик. Здравствуй, у меня к вам разговор. Сейчас не время и не место. Может, пообедаем у Ориент Экспресс? Брик, не знаю, получится ли. Сделай одолжение. Мне надо сообщить вам кое-что. Это важно, иначе я бы вас не беспокоил. Согласен? Как? Ну, нет, я на этот счет не уверена. В общем, до встречи в половине первого, да? Хорошо, Брик, увидимся. Хорошо. Интересно, что это он хочет рассказать нам? Да он такое вам расскажет, что мало не покажется, бля! А, опять эта бляха-муха приперлась, бля! Тире-ре-ре, 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 бля!
Мне надо вниз за препаратами. Да, конечно, идите. Джина! Привет, я собиралась к Сиси зайти. Ну, не смей задерживать. Да, я бы не позволила. Извините, забыла кое-что. Да. Эйден, я хотела поговорить. Есть минутку? Я уже собиралась уходить. Ничего, я с тобой. Как прошел обед? Нормально, учитывая обстоятельства. Когда вы в зале с Крузом, чувствуется напряжение. Я понимаю, ситуация сложилась непростая для вас. Но... Я надеялась, тебе хватит достоинства. Не давать... Крузу ложную надежду на воссоединение. Ничего я не даю Крузу Сантана. Но, по-моему, лучше вести себя до конца честно. Я видела, как вы смотрите друг на друга, хотя бы сегодня в ресторане. Ваши чувства все еще живы. Сантана, чего ты ждешь от меня? Я понимаю, избавиться от чувств – это не то же самое, что выбросить старый хлам. Но ты сделала выбор. Ты выбрала Кёрка. Прошу тебя, не пытайся усидеть на двух стульях. Это несправедливо. По отношению к твоему мужу, Крузу, и к тому, кому он дорог. То есть тебе. Да, ей, бля, съебывай. Ага, привет. Привет. Мне больше нечего сказать. Спасибо, что выслушала меня. Слышь, Иден, ёпта, она еще ебало сделала такое, как будто свысока смотрит, блядь. Чё ебало смотришь на, а, бля? Будь скромнее, ба, а? Не-не, да, ага. Брик, мы заставили себя ждать. Не-не, я рано, все нормально, заебись. Что стряслось, Брик? Да, я кое-что узнал. Не понимаю. Тебе это тоже касается, Софи? Касается? Что касается? Это связано с Минкс, она кое-что совершила. И это отразилось на нас. Брик, если это по поводу обвинения Августы против тебя... Да нет же, Лайнел, это все из-за Минкс. Дело гораздо серьезней. Мне это не нравится. Что моя мать натворила? Excuse me, миссис Амонти, звонил ваш сын Тед и передал сообщение. Он просит вас ехать домой. Это связано с состоянием мистера Кепфела. Спасибо, я сейчас еду. Минуточку, ёпта. Не надо, я на машине, доеду сама. Мне очень жаль, Брик. Да погоди ты, блин. Слушай, Лайнел, подожди, это крайне важно, никуда ты не пойдешь. Что же ты не заходишь? Не хочу отвлекать медсестру. Да чем ты можешь ее отвлечь? Мисс? Не знаю, в курсе ли доктор Маккормик или нет, но он оставил в коридоре свой саквояж. Не передадите ли ему его? Конечно. Ну вот теперь действуй, блин. Thanks. Умно, умно поступил Крэнстон. Вот я говорю, финансист, смекалистый пацан, заебись, блин. Но тоже косячит. Я все понял, сэр. Если он придет в себя, свяжитесь со мной, да, блин? Неважно, где я буду и в какое время.
Хорошо. Никто не должен входить в комнату. Исключение – врачи и медсестры, ни члены семьи, ни посторонние без моего согласования. Поняли, блин? Не волнуйтесь, мистер Кэппл, будет сделано. Хорошо. Поищем вам удобный стул. Ну вот, бля, опять херня какая-то пошла, бля.